Привет, дорогие друзья! На связи снова Владимир Коваленко. И в сегодняшнем видео мы с вами будем говорить про воронку продаж в Instagram через Директ. Если вам эта тема актуальна, я подробненько ее разберу и расскажу, как можно продавать с помощью автовороночки в Instagram. Поэтому смотрим и не переключаемся. Как таковой автоматической воронки продаж в Instagram, в Директе нет, в отличие от мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber. Но существуют интересные инструменты, которые позволяют нам продавать на автомате в Instagram. Как все происходит? Масс-лайкинг, масс-фолловинг, к вам добавляется человек, и ему автоматически отправляется сообщение. Это называется автосообщение в Директ. Я использую для этого сервис LeadFeed. Если вам будет интересно, я оставлю ссылочку под этим видео. Там будет промокод, по которому вы получите 5 дней бесплатного использования. И он достаточно функциональный и недорогой. На что может быть направлено это сообщение, которое было отправлено в автодирект в Instagram? Ну, это может быть первое — рекрутинг в команду. Второе – это подписка на канал Telegram, подписка на YouTube канал, скачивание лид-магнита. Или мягко заводим разговор для того, чтобы тоже или сделать продажу, или срекрутировать в бизнес. Возможно, воронка из 3 сообщений. Может быть больше, может быть меньше. Если вы смотрели мое видео по рекрутингу, то вы должны понимать и знать, что изначально нам нужно наладить отношения, утеплить отношения с аудиторией, а не продавать в лоб. Этим мы и будем заниматься в самом начале. И тут нам на помощь приходят быстрые сообщения, которые недавно появились в Instagram. Что это такое? Быстрые сообщения в Instagram – это заранее подготовленные скрипты, которые будут отправляться автоматически при наборе определенных комбинаций букв или цифр. У вас уже готовое сообщение, вы набираете и отправляете. Как, кстати, создавать быстрые сообщения в Instagram? Об этом будет мое новое видео, вы сможете ознакомиться. Представьте, насколько крутые это инструменты, которые позволяют на автомате вам уже заранее готовые скрипты просто рекрутировать людей в бизнес, на продажу, на продукт, ну, на все что угодно, в зависимости от ваших потребностей. Я разделяю 3, так сказать, составляющие, которые необходимо пройти в этой автоматической воронке. Первое – это вводное. Вводное – это то сообщение, которое отправляется в автодирект с предложением, чтобы заинтересовать человека, и он нажал кнопочку «Узнать подробнее» или «Хочу узнать подробнее», что-то такое. Дальше. Второй вопрос. Мы знакомимся, мы утепляем отношения, спрашиваем, откуда вы, кто вы, чем занимаетесь, в каком городе проживаете, очень приятно познакомиться и так далее. Следующее, что я делаю, я спрашиваю, какая у человека ситуация. Есть ли у него опыт в бизнесе, занимался ли он когда-нибудь бизнесом, или он сейчас в декрете, или он сейчас работает на наемном труде, сколько бы он хотел зарабатывать, какие у него потребности, в целом, какая у него ситуация. И третьим пунктом я ему предлагаю партнерство. Дальше уже идет много вариантов развития событий, в зависимости от того, на что направлена ваша воронка. Дальше мы либо человека выводим на голосовое общение в мессенджер, либо мы ему предлагаем посмотреть видео, чтобы он ознакомился с продукцией, либо мы даем ему лид-магнит, он его скачивает, дальше к нам попадает в следующую воронку, на канал YouTube или в Telegram, где мы опять-таки вступает в действие своя воронка, где мы создаем отношения, утепляем и продаем, не продавая. Когда человек сам в себе как-то восполняет желание узнать подробнее, что же за такой бизнес, как попасть в команду, и просится рассказать подробнее, уже тепленький и горяченький. Таким образом, мы ведем человека по разным воронкам, но изначально все началось, конечно же, с Инстаграма. Что именно писать в автоворонке в Директе, мы подробно разбираем в моем курсе, который называется «Упакуй и кайфуй». Он создан специально для MLM предпринимателей, для того, чтобы вам было легко выстраивать свой личный бренд, и люди самостоятельно просились к вам в команду, а не вы бегали и искали, где брать людей. Пройдя этот курс, у вас навсегда исчезнет потребность искать, потому что люди будут находить именно тебя. Кстати, у меня есть к вам предложение, давайте сделаем так. Я в скором времени запущу один марафон, в котором тоже буду разбирать
скорее всего, дам эти все инструменты. И для того, чтобы на него попасть, тебе нужно пройти по ссылочке и попасть ко мне в группу в Telegram. Там будет анонс, и ты сможешь бесплатно принять участие в моем марафоне и, конечно же, получить самые передовые инструменты для продвижения своего бизнеса. Это будет абсолютно бесплатно, поэтому переходи и поспеши. На этом, ребята, все. Но в следующем видео я буду подробненько разбирать, как создавать автосообщение в Instagram для воронки, которое позволяет на автомате рекрутировать и быстренько приглашать и брать людей в бизнес. Если вам было интересно это видео, пожалуйста, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нравится, не нравится. Также, если вы хотите получить новые инструменты, переходите по ссылочке в группу в Telegram для того, чтобы принять участие в моем марафоне. На этом все. С вами был Владимир Коваленко. До скорых встреч. Пока-пока.